Два человека погибли в страшной аварии в Высокогорском районе. Там столкнулись «Лада Калина» и «Хёнда CR-V». По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб протаранил отечественную машину. Она вылетела в кювет, а водитель и пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Люди скончались еще до приезда медиков. Водитель «Хёнды» с многочисленными переломами доставлен в 7-ю городскую больницу. Несовершеннолетний ребенок из той же машины получил ушибы и был отпущен домой.